Всем добрый день суток. Собак я направил вроде правильно. До этого было солнышко. Опять навеяло туча. Вот, но солнышко пробивается. Вроде потом будет еще больше солнца. С каждым днем обещают. Краски, яркости, конечно, ну классные. Сразу другие совсем фотографии. И дрон вроде снимал. Прям светло, прям голубенько так. Вон там вдалеке. Сразу немножко другое. Позитивное такое настроение на картинку. Собак направил. Белку на поводке. Сейчас поводок у меня в кармане, потом уберу его. Придем до пня. Я там буду делать слонец. Положу зверям. Пусть лакомится. Не пропадай же добро. Вот. Ну что, я трухлю рубил. Трухлявая. Вот, и это. И все, прогуляемся. Собаки уже в лесу. Ну, они по маршруту. Кстати, они уже на том месте, скорее всего. Ну да. Момент. Ну а что, по накатанной? Они не проваливаются. Утоптано. И все. Беги, не хочу. 5 секунд и там. Сейчас найдут все занятия. Вот даже кто-то пешком ходил. И не проваливался. Смотрите, какой след. Мужской. Мужского сапога. Ну вот я решил выехать. Принести, как говорится, немножко помощи животным. Пусть лакомится. Без всякого злого умысла. Вот. Так что без корыстных целей. Только чисто для того, чтобы собаки больше работали. Больше зверя, больше работы. Хорошо едут. Сейчас на улице показывал компьютер 0. Снежочек так идет по чуть. Вот. Солнышко плохо скрылось, но было приятно. Так, знаете, немножко даже как будто чувствуешь, что пригревает. Ну, сразу солнце холодное, еще не тот месяц, чтобы пригревало. Да, ну, в Пеньгово бы. Но там я уже, небось, вот такая вот дорога, я туда уже не промчусь. Вот. Конечно, было бы неплохо там. Там так, по диковии, знаете как. Здесь более дачи. Что, они опять фигней страдают? Только белка наверх и койор наверх. Пятику удачи. Не упал. Не упал. Прогуляемся, он лисичка, видите, ходит. Вот она ходила. Патрикеевна. Лево, право. Бегала. Так интересно читаются следы, когда вот солнышко, вот эти следочки. Лисьи, да? Вот эта путаница. Змейкой всякой ходит. Она же не по прямой ходит. Виляет влево, вправо. Так интересно. Как в сказке. Такое сказочное что-то. Животный мир такой вот. Природа. Что-то есть в этом. Такое вот прям приятное, душевное, красивое.
тех же самых следах присутствия. Ну, лает. Лает активно, вообще кошмар. Даже здесь Злату слышу. Все втроем. В одном месте. Злат, только не говори, что ты на пень лаешь. Там нет уже ничего. У куницы, видите, своя территория. Есть, допустим, 2 на 2. Я точно параметры не помню. Вы можете загуглить, посмотреть, какая территория у куницы. Там 2 километра на сколько там? На 2 или 2 на 1,5, не помню. Она ходит, то есть она держит свою территорию. И другая куница к ней не заходит. То есть они ставят метки. Ой, ветер какой поднял сильный. И это. И они блюдят, то есть, границы своих территорий. И друг к другу плотность. То есть, вы сами понимаете, да, кто, допустим, говорит, я вот в одном районе, в одном месте взял 30 куниц, да. Чушь это собачье все. Не верьте никогда. Вот, вот женский след. Топтались у этих веток. У куницы есть своя территория. Вы можете спокойно этих людей проверить, кто вам, если лапшу на уши вешает, что он там в одном месте взял столько-то куниц. А там есть-то квадрат-то. Не может быть плотности куницы на один квадрат, что их там, допустим, много штук. Очень много. Если ты взял куницу в определенном месте, да, через какое-то время может быть прийти куница с другого участка, допустим, леса, вот, и занять это место, потому что территория уже никем не занята. Это да, но это время какое-то спустя, не сразу. Ей же не сообщение не приходит на телефон. Мы вашу соседку добыли. Оцените нашу работу по пятибалльной шкале. Вот, она же не знает. Ей же надо это проверять, нюхать, ходить. Вот, зайти на территорию, посмотреть, есть присутствие другого хозяина этой территории или нету. Вот, и тогда она только может занять это место. И обитать, ходить, охотиться. То есть у ней своя, у куниц своя территория, где она добывает себе определенную еду, добывает, охотится, и к ней никто не лезет из ее сородичей, ну, из куниц. То есть она занимается на своей территории своими делами. Это как равносильно, как вот в деревне, да? Вот я живу за забором, это моя территория. Никто же не приходит ко мне жить на мою территорию. Так же и у куницы. То есть у каждого свой участок. Вот, и все. А параметры я не помню. Врать не буду. Старый стал, подзабыл все. Вот. А так, если в основном, когда много куниц очень берут, ну, это в основном капканы. Это капканы, это не из-под собак. Я там взял 30 куниц, 40 куниц, 60 куниц. Это, знаете, это не вся работа собаки. То есть основная 99% это капканы. То есть люди занимаются добычей куницы на сдачу, чтобы они живут на этом. Ну, плюс где-нибудь, может, еще подрабатывают. Ну, доход, знаете, такой, к зарплате. По 2200 с куницы, 10 штук, вот тебе 22 тысячи. За сезон добыл 40 штук. Вот тебе 44 тысячи. Че, плохо, что ли? Он сдал, сходил, сдал, денежку получил. И все. Златка орет. Сейчас не слышу ветер. Но орал активно. Они все там. Или бросили. Может, там лось? Нет, орут, орут. Но белку непонятно бегает. Просто...
Белка, наверное. Она там живет тоже. Это белка. Так что вот. А когда ты с собакой возьмешь, знаете, цифра такая, допустим. Ну, смотря какая плотность, конечно, зверя. А настоящая цена, это вот с собачкой, я так думаю, если не так сильно большая активность зверя, но немного. Ну, я думаю, 7, 8, там, да, знаете, 12. Если побольше куницы, то можно добыть и 15, ну, до 20. А когда уже идут количества такие уже, которые нереальные, это сколько надо районов объехать, участков, чтобы все выбить. У тебя здоровья не хватит, вы сами подумайте, сколько надо пройти, проходить, собака сотрется до земли, чтобы добыть 40 или 50 куниц. Также и соболя добывают, они же по путику ходят, у них свой путик вдоль ручья, речки, определенных моментов они ставят, капканят. Соболя капканят. А собачка так. Собачка, ну, 10%, 90% это все капканы. Так, чтобы вы знали. Вот. А то, знаете как, вот и с собаками. Вон человек сколько добыл, допустим, да? Аж 48 там или 50 куниц. А вы спросите, а ты с собакой добыл-то, чтобы перед тем, как народу по ушам ездить. Нет, конечно. Ну, она говорит что угодно. Вы знаете, если бы я хотел как бы восхвалить себя и собак, ну, то есть по ушам наехать, да? Я бы заехал к одному человеку, он скупщик пушнины. Я сказал бы: Вить, дай мне все шкурки, которые тебе привезли за этот год. Там 50 куниц, 4 лисы, там 5 енотов, там еще что-нибудь. Я бы сфотографировался и посадил рядом собак. Мои собачки, и сказал бы: мои собачки молодцы. Так люди делают для продажи щенков. Бизнес, ничего личного. Вот так вот люди делают. А я могу такие фотографии делать? Оно мне надо? Не, мне такое не надо. Вот так вот, немножко из реальной жизни вам, чтобы вы понимали сущность супер добытчиков пушнины, которые расхваливают своих собак в плане того, что это вообще жить надо в лесу. Это столько надо затрат, это столько надо сил, чтобы каждую куницу из каждого участка 2 на 2 километра ее оттуда выдернуть. А куницу не так просто взять. Ты пока с одной тут наковыряешься. До второй уже полмесяца пройдет, пока ты еще вторую будешь ковырять. Это вообще надо жить в лесу. Нет, я ничего не хочу сказать против кого-то. Нет. Ради бога, у каждого своя жизнь. Каждый делает, что хочет. Я просто рассказываю свое личное мнение. Не навязываю его. Просто рассказываю, что, о чем, как я думаю. То есть размышляю и много чего знаю, как что делается. Вот, поэтому, чтобы вам на уши особо не присели сильно. Нет, это лиса. Я уж обрадовался. Вот, так что, чтобы вы немножко были немножко грамотней. Вот это что-то. Что-то похоже. Лает и сильно они. Слышу. Ой, я сегодня опять вас гуляю, да? Я еду положить, видите, у меня задача-то положить соль, выгулить собак, потому что у меня впереди мероприятие. Друг мой Женя позвонил, пригласил на шашлыки, на рыбу копченую. На нерпух, что ли, он там будет коптить. Да, правильно, нерпух. Он там гараж достраивает. И это... Ну, много раз видели меня с ним на охотах, с моими собаками. Сын его читал стихи, помните? Весной охотились мы.
Он еще, Никитка-то уже большой стал. Стихи нам читал на природе. Помните такой ролик? Дали ему два ружья, он стоит за ней, держится. Ну и какая арка красивая. Блин, вот солнышко, все, небо опять чистое. Обалдеть. Красота пошла. Так что, во, видите? И он пригласил, говорит, давай приезжай. Как я могу друга своего забыть? Приезжай. Надо вообще что-то промелькнуло. Ружье что ли зарядить надо? Давай. Я уже такой, знаете, стал человеком, то что я не маньячу. То есть я грамотно подхожу к вопросу. То есть если я знаю, что мне надо что-то, прям хочу все подряд лупить, я бы пулемет с собой взял. Я от каждого шороха бы шарахался и стрелял бы в каждое это. А мне это не надо. Старею. Ну, грамотно подходишь, знаете, как к этому вопросу. Более мудро, что ли. То есть, ну заряжу я, когда конкретно. Подходить буду, конечно, дробь суну. Потому что она наверх работает. Я же вижу, я же слышу. А вот кукулямба, это каюровская, наверное. Поехали. О, чуть не приехали назад. Вот, и он говорит, заезжай. Я говорю, я выпивать не буду. Вот. Ну, может, архунчик там это. Я говорю, я сладкого его тоже не пью. Ну, что-нибудь перекусить. Вот тоже сухое стоит, сыпется, видите, долбит кору сухую. Я бы перекусил. Сейчас, я говорю, я в лес поеду. Красота. Солнышко пробивается. Супер. Ветер, правда, такой мерзлявый. Ничего. Так что будьте внимательней и аккуратнее с выбором собак, чтобы лишний раз вам на уши не подсели. Вообще всегда всю жизнь брали собак у знакомых. Раньше у егерей, у лесников брали. Если лесник или егерь, значит собака в лесу. Вот такой параметр был. То есть не надо было знать, сколько добыта куница, сколько лосей, как работает. Работает, работает. У кого берешь? Вон у Васьки с хутора, блядь, он егерем работает. А, ну у него можно, он постоянно в лесу. Собаки лесные, знаете, как называли? Лесные собаки. То есть не домашние. Квартирных раньше вообще не брали. Старались брать кто либо проверенных людей, кто в квартире, кто в лесу постоянно, даже живет в квартире, либо кто живет именно лесом. Это егерь, лесник или какие-нибудь еще службы. Ох, орет, ох, орет. Ох, орет. Златоуха. Златоухая. Золотая моя весна. Хотя осень должна быть, а я Юрке все равно. Осень, весна, все равно золотая. Злата. Солнышко, классно. Хорошие фотки, классные. Ну, то есть, вот если фотографировать, то есть сразу фотоаппарат уходит из серого зимнего леса, из фотографий. Вот сейчас перейдет вот на такие яркие фотографии. О, ау, ау. Сейчас, прикиньте, приходим, а она на пень, на обрубленный лает. Сейчас мы из него сделаем гостинец. Красота. Пришел я по валеньке сухому трухлявому дереву. Познакомься. Сейчас я сделаю здесь. Положу им, сделаю. Че, она лает, да? Работает. Пешком до нее дойти.
березы вроде есть. Там елки такие. Оставить все здесь. Да, Бел? Да, белка. Стрелка. Луночка. Пока Юр с ней. Бел. Морда. Где там? Где? Искать, 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 искать. Ой. Сейчас иду, иду. Работает. Пойдем сейчас посмотрим. Но я на лыжах не пойду, там завалка. Белка тоже наверх смотрит. Каюр там лаял мне тут. Может, такая погода сейчас. Ну, я следов не вижу, чтобы она ходила ночью. Белка. Сейчас лопатки до конца облиняют. Получше будет выглядеть. Так, ну что, надо взять ружье. Рюкзак. Сейчас я соль выгружу. Да пойду я дойду. Ну что, Бел, пойдем? Я лыжи здесь оставлю. Ой, как без соли, хорошо. Бел, по прямой к Злате, к сестре идем. Здесь все оставили. Сейчас, подожди. Подожди, я точку поставлю. Сейчас потом поработаем здесь. Все, Бел, пойдем. Пойдем. Пойдем здесь. Тяжело, да, Бел? Ну, как вы живете? Мне тоже тяжело. А идти надо. Там впереди заваленка, я пошел пешком. Вроде лает рядом. А на самом деле 60 метров. На выстрел. Ну, судя по расстоянию, ружья есть. Вообще 40 у ружья. Фига там заваленка. Бел, что, никак? Мне тоже тяжело. Пойдем. Физкультура есть, физкультура. Бел, скоро дома будем сидеть. Давай воспользуемся этими днями. Хоть чуть-чуть еще урвем официальными прогулками по лесу. Елки. Хотя нет. Дача рядом, блин. Бел, я сам. Ползем, плывем. Блин, все-таки надо было на лыжах. Ой, по пояс провалился. Вот я сейчас стою. Нормально? Да и каюр запел. Писклю включил. А что сидишь, как бедный родственник, орешь? Определенно наверх показывай. Или ты за компанию? Ага, на сушняк. На сушняк лает.
осины. Сухая осина, несколько штук. Осины, елка. Елка, куда я иду-то? Не вижу. Будем высматривать сейчас. Лает на осины. И главное, там осина и елка. Больше нет ничего. Если она уже ушла, может, белка? Иду, Злат, иду. Куница сейчас уже была на самом верху, болталась. Наверное, березу лает. Еще нога застрянет в ветках. Вы говорите 60-80 куниц. А что не 200? Дураки на месте. Она может быть на елке. Мы ее, если что, сейчас простреляем. Тут две елки. Нет, это тоже все. Иду, иду. Ёлка моя, красотища какая. Молодец, Каюрбан. Возьми с полочки порошок. Сейчас будем смотреть. Обстучим елку. Если тронется, хорошо. Ну, слушай, никак ничего нету. Там тоже глушняк. Сейчас обстучу. Если она на елке, она перепрыгнет, ей прыгать некуда. Она по этому пойдет, по чистому. Вот ты где лежишь. Ёкарный баба, я думаю, где ты? Каюр лишь бы пометить. Это белка. Она легла. Она лишь шла. Тебе лишь бы пометить. Каюрбан. Ну все, 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 сейчас постучим. Сейчас постучим. Тоже сушняк. Осина намного меньше, чем та. Буду обстукивать, не знаю.
Сейчас постучу, посмотрю. Ну, именно на осину. Именно осину сухую. Умничка, девочка. Вы натоптали тут. Молодцы. Да. Моя красота. Ладно, работаем. Сейчас я. Ну, ушла она. Может, по елкам. Не уверена. Заход поймала, Злат. Запах ловишь. Это все понятно. Я обстучался. Да, сухая наверху. Дуплов не вижу. И дятлов тоже. Ну, все. Успокойся. Я все посмотрел, Злат. Все посмотрел. Следов куницы не ходит, следов нет. Там в одном месте был какой-то подозрительный след, но... Бау-бау-бау. Посмотрим еще, я не спорю. Вон, каюр там вообще. Хвостом виляет. Она ему хочет довериться. Не уверена. Хоть она и сухая, но дупла не дает, поэтому я не буду. Не, мне это не нужно. Я уже натягался. Да? Может. Нет, зла. Я все посмотрел, тут все голо. Просто заход, она ушла, она обманула тебя. А ты не уследила. Пойдем, у нас есть дела. Все. Все, зла, все, нет, все. Керды-морды. Да, мой хороший, да. Да, что? Молодец. Ну, заход, все. И беличьих следов не видно. Берет верхним чутьем. Дай-ка я еще туда отойду, посмотрю. Ой. Бывает так, к стволу прижмется, что пока разглядишь, когда шевернется, не шевернется. Отсюда вообще не видать. Солнышко пробивается. Пробивается. Фу-я. Все, я чуть-чуть подрубил. Комель, конечно, середина. Остальное все трухля. Вот. Ну, а по цвету видно желтое, что гнилое все. Вот, положил вкусняшку. Вот, для специалистов в диванах покажу, какое живое дерево. Еще раз, чтобы убедились, что я загубил живое дерево. Оно бросло бы и росло. Для диванных специалистов всех отраслей интернета. Вот такое вот живое дерево. Охотник загубил. Убийца. Вот такой вот. Вот такой вот сухой. То есть живой. Да, Злат? Вот так вот. Ладно, мы снимаемся. Все равно многому народу, у которых башка отсутствует, не объяснить. Вот.
Молодец. Ну, снежок пошел. Так, пока собаки не разбрелись. Зад, мы отработали. Ну и пользу принесло пенек, да? Пусть плодятся и растут маленькие лосянки, косулянки. Вот. И все остальное. Потом по возможности приду, прорези сделаю, чтобы стекало. Поэтому глубоко очень сильно делать не стал. Сейчас я, наверное, полосочку одну сделаю для воды, сток. И все. Всему есть своя польза, всему есть свой вариант. В таком дереве, в гнилом, может теперь жить хорек, в трухле закопаться. Потому что, что бы ни делалось, нормальным человеком идет в пользу. То есть и в плюс одно что-то ломается, а для чего-то это пригождается. Поэтому есть свои плюсы, есть свои минусы, но... Вот для животных, там трухле домик есть для определенного зверька, того же хорька или какой-нибудь ласки, горностая и тому подобное. И поэтому вот так вот. Не везде лежит трухля, не до конца. Есть поваленка, который не сделаешь, это надо годами. А тут все готово, домик упал готовый. Пожалуйста, заселяйтесь, зверьки. Скоро мы вас оставим в покое до конца. Сезон охоты закончится в конце февраля. И потом увидимся уже с лайками в лесу в августе и в сентябре. И начнем по новой сезон охоты. Вот. Так что сезон проходит активно до конца. Вот. Посмотрите. Вот, положни, небось, пошли. Ну, конечно, на дачах, за дачами, где лосей тогда поднимали. Взяли друг друга в плен, каюры белкуня, и почесали там, где они лосей поднимали. Потому что я задержался, начал это, а им скучно. И они пошли. Ну, на то она и лайка. Так что вот. Ладно. Мы пойдем обратным ходом. Пусть они шастают, набирают аппетит. Мне все равно сейчас надо ехать домой. И этот, как его, варить надо им. Вот. Пусть это все пригодится. Все для животных. Дерево упало для животных, для зверьков. Готовый домик, как я и сказал. А это вот для помощи сахатам. Ну и не только сахатам, но и всем остальным. Даже заяц может на задние лапы встать и полезать это дерево. Сейчас я протоку сделаю, и мы пойдем. Все, Злат, сейчас пойдем. Пусть они, каюры, они в бега пошли. На таком снегу посмотрю, сколько они сделают этот забеги. Марафоны. Я не думаю, что они такие марафоны. Есть только по этому, по снегоходовскому следу. Ой, чудаки. Белкуни и каюр, да? Бог с ним. Все пришли. Пойдем вперед. Молодцы. Все, миссию выполнили. Поставленную задачу выполнили. Все. То, что наметили, пришли. Через полчаса. Каюр первый пришел. Бросил, как всегда, белку. Белка осталась на испытаниях. Нюхает. Я думал, я возьму, ты оботрешься, а ты прям пух лезет. Кстати, у нее такой пух хороший. Прям не как у всех лайк. А он прям, знаете, как вот. Прям такой прям. Такой мягкий-мягкий. Такой прям нежный такой, ну, не твердый, не такой грубый. Бел, пойдем. Бел, давай вперед. Прям вот, знаете, такой приятный и. По отношению к рукам это отличается, конечно. И прям он такой плотный. Плотный такой. Классный. Ну, ничего, они готовятся уже. Одевают платье.
шубу снимает. Сейчас одевает куртки, потом платье, потом юбки, мини-бикини и голые собаки. Ну как голые, все равно будут одетые. Ну, за чизотроны я вообще молчу. Мне кажется, на круглый год чизотрон. Пойдем, пойдем. Устало немного, да. Хотя немного нахаживаете-то. А? Пойдем. Поплю вдвоем. Интересно, под конец, под выход к машине, они что-нибудь надумают, не? Койота скачет нормально по сугробам. Да, по накатам им бегать по моей лыжне — это самый кайф. Надо бы туда еще в конец пройти бы. Кручил. Может, они туда сейчас и пройдут. А я их послушаю. Нет, не пойдут они. Направление не дал я им. Впереди бегут. Все рядом 80 метров. Следов нету. Ни белки, ни куницы. Берут собаки верхним чутьем и слухом. То есть... А следов никто не ходит. Либо ждать надо устаканенную погоду. Снежочек идет хорошо. Классно. Погода классная, февральская. Ну прям как, знаете, вообще. Вот такую погоду бы мне. Еще бы целый месяц. Вот осталось-то. 28 февраля, последний день. Давать лицензии. А у меня вкусняшка еще есть, бобровый хвост есть еще у меня. Надо отдать. Порубить им и отдать. Такой средненький. Килограмм на 20, наверное. Бобр был. Белка меня ждет, да? Белконь, ты меня ждешь? А эти спелись, да, теперь? Ну да, что теперь сделаешь? Они на перекрестке. Сейчас будут думать, куда им пойти, на болото. Это моя старая лыжня, Бел. Когда вытягивается зад вниз, хвост опущен, прям лиса. Чтобы покрасить ее в рыжий цвет. Раньше вот на такую вырубку выходишь или там по поле, поляну лесную, обязательно кого-нибудь увидишь. Либо зайчика, либо лисичку. Ну, это раньше было. Сейчас такого нету. Сейчас, короче, хорошо, хоть следы есть, и то радует. И то хорошо. Так что вот такая прогулка выходная. Не знаю, надо ночью доехать. Так, у меня планируется выезд по делам кухни. Блин, зацепился. Ружье отпусти. Отпусти ружье. Вот. Я, короче, на канале кухни потом покажу. Мои захотели плова. Я позвонил Диме. Кто помнит, Мэри, шотландская овчарка. Вот. Я, наверное, куэрбона, дружбана возьму с собой. Братана. И это. Ой, какая красота. И как его? Поедем плов сделаем. Мама захотела плова, я как бы сам хотел здесь сделать, но потом вспомнил, мы собирались собраться. Думаю, а почему нет, Дим? А он как раз сейчас меняться будет. И вот, короче, это. Мне сейчас надо морковь купить, луку, рису, еще одну пачку. Одну я купил уже. Так что гречка по-купечески откладывается. Это мы потом дома. Пельмени тоже пока. Никак я не дойду. Нет времени. То одно, другое, третье. Сейчас вот до Женьки надо доехать. Вот. Потом домой варить.
вариться, стираться и спортом заниматься бытовым. Вот, и поеду к Диме, к Мэри, к Юрбану возьму. Будет с ней там играть, гулять по территории. Грома хотел взять, но он облает, будет лаять и лаять, лаять и лаять, лаять. Это будет без конца, и это невыносимо будет. Так бы я бы, конечно, щена взял бы с собой. Но Гром такой настойчивый. И очень будет всех, всех, всем будет не нравиться. Бел. Деревья нюхает кверху. Запахи ловит. Сушняка. Молодец, молодец, девочка, молодец. Во, и поснимаем. Дима сделает плов, я привезу. Плов будем готовить с лосятины. Не знаю, сейчас подкуплю к лосятине что-нибудь еще. О. Все проверяет. Молодец. А эти уже в деревне, нет? Нет, они справа. Как я и хотел. То есть они даже чуть вернулись. А, нет, они пошли. Они пошли на мои точки. Вот куницу брали. Ага, пошли проверять. То, что я и хотел. Ну, посмотрим сейчас. До перекрестка дойдем, подождем. Так что вот. Две пачки риса. Килограмм морковки. Килограмм лука. Чеснока пару головок. И все. И забацаем. Забацаем это. Плову. Забацаем плову. Я буду снимать, Дима будет готовить. Продукты мои. И Кюрбан мой. Марих. Юрк свой. То мы в этом году ни разу не виделись. Да надо, надо встречаться со старыми друзьями. А как же? Столько всего вместе тоже было. Проходили, жили, не тужили. В чертом углу. И на рыбалке, на охоту. Димка со мной. Мы везде практически. У меня какие поездки были по областям, он со мной везде. Видите, сколько сушняка стоит. Так что увидим Мэри. Посмотрим, может быть, Куирбата там появится потом. Да не, она стерилизованная. Могу сразу вам сказать. Ну, должны играть. По идее, должны. Ну, я не знаю, как Каюр себя будет вести. Мне только стыдно будет за него. То, что он оббасыт все углы. И не дай бог, что-нибудь там еще сделает. Во. А так, в принципе. Мяу, мяу. Ну да, точки сейчас проверят. Вот такие расклады. Не, белку найдет, я не знаю, туда идти. У меня время припирает, в принципе. Женька просил приехать в обед. Посмотрим. Я заеду мимолетно, я не буду там никакие застолья. Чисто приехал и уехал. След мой-то подзамело. Ага. Уеду, свалил, думаю, кто там прется. Из-под низу медведь из берлоги. Лайками все как всегда. Передвигаемся к дому. Солнышко, снег сейчас прошел. Сейчас солнышко, видите какое. Ух, выглянуло. На время затухает. Собаки как всегда. И пошли. И пошли, поехали.
745, Белкунь их нагоняет, на 300 метров отстает. Была со мной, но решила пойти тоже с ними. Вот она лайка, не доработали, пошли дальше работать. Вот уже 700 с лишним метров. Вот. Так что вот она, западно-сибирская лайка. Они этот лес знают хорошо. Я спокойно передвигаюсь сейчас 708, сейчас будет 800. Не знаю, белка одумается или нет. Вот. Но они дали дрозда, где мы раньше осенью ходили. Целенаправленно идут. Ну, короче, они весь этот район знают, придут. Я буду двигаться по чуть-чуть к машине. Мне-то тяжелее идти. Здесь-то по парку, по лыжне-то уже нормально. Ну, медленнее, я имею в виду. Я-то иду, с вами разговариваю. Вот, и это. А они, вот, видите, как вот перекресток, это все, это знак. Они чувствуют изначально, когда я разворачиваюсь, пойду и иду уже в обратку. То есть они меня провожают там метров 100. И видишь, я целенаправленно иду к машине, то есть обратным ходом. Они где-то на каком-то промежутке маршрута снимаются и уходят в сторону. То есть находят себе занятия, то есть принимают решение и уходят в поиск. То есть... недоделанные дела. Вот, им надо уйти, что-нибудь найти. Они не могут, они хотят, жаждают крови, работы, зверя, не хотят пустыми никогда уезжать домой спокойно. Что-то где-то добавочно добавить. Может быть, даже не хватает. Взяли, а надо еще доработать. Где-нибудь еще. Ну-ка. Нормально. Так что вот такой расклад. Будем ждать. Пойду к машине. Сейчас выйдем на поле. Чуть по полю, и мы у тачки на прокачке. Лайковоз L200, Элечка, внедорожник L200. Юрка на месте. Да, по такой лыжне уже можно пешком ходить. Спокойно. Хороший вид. Голубое небо расчищается. Интересно, какая завтра будет погода? Если мы будем делать шашлыки, солнышко, ну, в принципе, плюс один, вообще классно будет. Сейчас будете, я как телевизор давно, я 100 лет не смотрел новости, ну, погоду, наткнулся. Ну, там вот про YouTube вот это рассказывали, я скинул в Инстаграм, потом удалил. То, что там Google с YouTube, там удаляют аккаунты, блочат там, сносят контенты эти. Убирают. Ну, короче, неудобства делают сейчас на каналах. Пользователи недовольны. Вот. Также у меня убирают все, чистят, забирают. И просмотры, и подписчиков число меняют. Вот. Они даже по НТВ это показали. Вот. И как бы это. Даже там русское радио что-то заблокировали. Еще какой-то спортивный клуб заблокировали. Большой канал. Миллионники. Еще что-то. Какие-то штрафы там, штрафы. Короче, они между собой там что-то воюют. А страдаем мы. Вот. И на погоду наткнулся. И он говорит, я бы, говорит, оранжевый. На воскресенье, говорит, оранжевый бы мандарин сюда приклеил. К этой наклейке, где просто показан небольшой снег. Потому что будет солнце. Яркое, хорошее солнце. Но не везде. И промежутками вроде. Не на постоянной основе. Но сейчас вот уже чуть-чуть начало показываться солнце. То есть солнце нет-нет, да и да.
Вот. Ну а завтра я думаю, что вообще будет солнечно. Надо на шоль квадрик завтра тоже туда взять. На Димкиной даче шоль пролететь. Посмотреть, у кого еще какие лопаты стоят. Ага, а лопаты все в сарае. Это надо лететь, когда это весной огородники приедут. Проверять, где твоя тачка. Где что потерял, где какие вилы, лопаты, грабли. Люди ходили по тропе, по старой. Я отсюда тоже выходил на лыжах. Зато сейчас начнется время квадрика, квадрокоптера, дрона. Ой, зато красота-то какая. Все-таки я упал, подскользнулся. Смотрите, какая красота. Еще бы снежок так медленно падал бы. Вот так вот подержите мне ногу. Дайте прилив. Упал. Сейчас бы Гром ко мне подбежал бы. Сказал: хозяин, вставай. Ёкарный бабай. Чё лежишь? На небо. Ой, долго лежать нельзя, иначе кирды-морды мне будет. А ножки-то вот они. Батя мне так делал. На оке плаваем. Он заплывает куда-нибудь подальше. А я возле берега учусь еще плавать. Он заплывает, я всегда покажи, как на спине. Он на спину раз переворачивается против течения. И вот так ноги из воды вытаскивают. Ну, только чтобы торчали. И так, а ножки-то вот они. И потом я начал так же делать. А ножки-то вот они. Ну, якобы не держусь ни за что. Не стою я на земле. Он мне показывал, что глубоко. Вот сразу видно, охотник лежал. Смотрите, голова, ружье. Если кто поймет, конечно. Ну, вы-то знаете, я-то онлайн. О, стрельни, иди, попробуй. Сейчас буду продувать. Ладно, ждем собак. О, пошли, о, пошли. Они разделились, нет? О, белку не возвращается. Ой, ты моя девочка. Вот она на перекрестке уже. Ай, ты моя девочка. Идет. Пыхтит. Манала она ваши гребаные забеги. На хозяину. Давай, поехали домой, жрать надо. У меня аппетит проснулся. Не по годам. Сейчас примчится. Че ей тут? 5 секунд, и она... А эти уже километр 100. 150. Брк. Шел-шел, видите, подскользнулся и брык. И все. И Юрка лежит. Так, надо ружье продуть. Великую машину уже. А вдруг медведь? А мне угостить-то нечем. Сейчас придет коза. Молодец, что вернулась. Верталась она 680 метров. Вот он вернулась. Молодец. А? Да, по навигатору вот отслеживаю. Вот, километр 250 они сейчас вон там. И что, и обратно все нормально, придут, да? Придут, а у них компас работает, конечно. Да? Да. Да. Классно, да? Откуда ушли, вот машина моя стоит, туда и придут. Буду ждать. Да, 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 Бел. Удачи вам. Спасибо, и вам. А вы что, в магазин? Ну, это там, сколько они так будут бегать? Ну, пока наработаются, если надоест, придут, не знаю. У вас с ними есть кто-то шага, нет? Нет. Так бы я ругнулся бы на них. Ну-ка домой. Да, Бел, пойдем, Бел. Да. А почему вы туда идете? Магазин же в Борисово, не? Не, мы в СНТ идем. А, в СНТ? Да.
Понятно. Пойдем. Потихонечку дойдете, поэтому. О, Юрка в тени. О, ну, подхожу уже к машине. Встретились. Куда-то на СНТ, говорит, мы идем. А куда? Они по моей лыжне в лес. Так бы сказали, что идем водку пить на природу. Ну, СНТ. Там нет СНТ. Кого они? Его как в юже там снег. Смотрите, вдалеке поднимает ветер. Смотрите, на полях. Да, сильный порывистый ветер начался. А белка, как всегда, дошла до машины, постояла, не дождалась меня и побежала. Ну, вы немножко проверяете их следы. Не на дачу побежала, а чуть-чуть в лес. Но рядом с дачами. Где Каюр был с ней. О, люди пораспрашивали, то все. Ой, как интересно. Как это, как то. Далековато от машины. Не пробил. Красивая дорога. Солнце там с вырубки идет. Белка. Вот. Сейчас на дорогу должна выйти. С леса. И лишь бы на дачу не пошла. Дачники активничают. Вот. На фоне моем. Опять в лесу. Теперь с другой стороны. А, во. Подожди. Белку нет. А, ты вернулась по следу по моему. Ты сделала треугольник. Она зашла в лес. Вот она, белка идет. Белку не идет. Бел, что проверяла? А? Садиться будешь? Куда ты собралась? Иди ко мне сюда. Давай, лишь полежи, отдохни. Понаблюдай с соломы. Давай садись. Молодец. Умничка. Ой, да, поехала машина, бибика. Дачники, а как? А как ты хотела? Аргумент стоит. Кто к нам подойдет? А ты забздела, да, чуть стороной от чужих. Да, Бел? Чуть-чуть, сторонкой. Раз. Будем ждать теперь этих охламонов-то. Тебе-то вот выйти, здесь прям только лапу шагнуть. И ты уже полетела по накатанному. Даже люди не проваливаются по моей лыжне. Не, ну какие там дачи, они пошли в лес. Я там в лес ездил, там нет СНТ. СНТ, вот они оттуда ушли. Мы, говорит, сначала в магазин, потом нет, не в магазин. Сказали бы, идем в лес бухать. Какие проблемы-то? Я бы сказал бы, уберите только с собой. Я же вижу сумка, пакет. Что тут такого-то? Вырывайтесь на природу. Нет, где-нибудь, глядишь, и сосна. Сосну позже. Но уединиться на природе. Как сейчас в ТикТоке очень много это поражает. Там кто-то чей-то голос. И все девчонки начали вставлять «хочу секса в лесу». Ну, там немножко другими словами. Вот такая я загадочная. Хочу секса в лесу. Природа матушка тянет. Это все равно гены играет у людей, у человечества. Ну, как вьюжит, поэтому красота. Люблю такую погоду. Тоже классно. Солнышко. Белошенник я снимать не буду. Будем ждать архаровцев. Что да как. Буду зачехляться. Сейчас кожаные перчатки только сниму. Ну, все, надо штопать. Нищета мы с тобой, бенгалодранцы.
Да, зато у тебя морда красивая. Но этим-то хлебал-то надо эти кормить. Ой, кошмар. Ничего, будет. И по нашей улице пройдет инкассатор. Только когда? Что-то много лет уже не идет. Наверное, заблудился. Я тоже сяду. Каюр возвращается. Каюр бросил Злату 653 метра. Сейчас он там напугает вот этих архаровцев, которые идут на СНТ. А он уже на дачах. Он дачу обгибает. Он сейчас придет по дороге. Смотрите, что он делает. Я, правда, не вижу, видеть его или нет. Но он прямиком. А Злата как работала, так и работает в одном положении. Но я не пойду к ней. Я с ее белкой. Может быть, и куница, но я не пойду. Мне это не надо. Она бы мне еще за 30 километров бы нашла. Не, красиво, да? Так, ладно, зачехляемся. Ждем каюра. Где он есть-то? Вот он. Вот он пришел. А ты откуда шел-то? А? Пришел неожиданно. Иди на место. Иди. Пойдешь? Куда ты по навигатору еще лапами? А вот рядом никак судьба не поставит, да, лапы свои? Да? Именно на центр надо было наступить. Лежит он один тут. Что ты смотришь? Что ты Злату бросил? Что ты Злату бросил? Лежит. Нет, лапищей своей. Да. А? Язык на пояс, это, на плечо. Бел, да? Скажи ему. Африкану. Братану. Поим на шашлыки. На это, на плов. Идут со стороны дач. Те, которые встретились нам на лыжне. Получается, что они закружили на свои же СНТ и пришли. Может быть, там проход именно не могли здесь пройти. Через центральные ворота, через калитку. Они где-то там, может быть, проходили. Пройдут, не пройдут. Но, судя по их ногам, штанам, у одного и у второй, все мокрые. То есть они по самой заде мокрые все. Видать, лезли, перли, как лоси. Ну, что я могу сказать? Злата не бросает уже второй час, два с лишним часа. Я сижу, скоро будет темнеть. У меня фонарь остался дома. Я не стал его брать, потому что я ехал в определенный момент. Каюр пришел, конечно, он бросил, оставил, но она не бросает. Она как была километр 222, то есть и так и остался километр 220. Я принимаю решение, наверное, я пойду к ней. Вот, потому все кончается на У, и она с точки не сходит вообще. И что мне делать, как мне быть? За кого меня водить? Так, меня водить. Так, на улице 1 градус тепла, но я сейчас завел, был 0. Но время-то уже подпирает. Сейчас пару часов и будет темно. А если там что-то такое? Я ничего рубить, конечно, не буду. Могу точку только поставить для чего. Я на нервах, то есть мне надо ехать. Я все вечеринки, наверное, профукал уже. Профукаю. А есть так хочется. Особенно, когда на халяву. Шашлычка, мышлычка, там то все. Рыбка копченая. Блин. От Жени смс-ка пришла везде сегодня утром. Быть явка обязательная. 14.00. Время? 3.35. 14.00 я должен был быть уже... около стола. А я все сиськи мну тут со Златулькой. Каюр молодец, пришел, бросил. Нафиг он банал это все дело. Хозяин нет долго. Если он всегда, даже когда я иду, он первый приходит по лыжне. И как бы это, смотрит, иду я или нет. Он всегда меня контролит. Каюр всегда меня контролит. Ну и громчик такой же. Девки более такие распущенные.
в плане работы. То есть они сначала работа, потом хозяин. Кобели наоборот, сначала хозяин, потом работа. Ну что, я принимаю решение, расчехляюсь опять и пошел я до дач пешком. Потом встаю на лыжи, щечки сдую и пойду. Больше никак. Ну, чтоб скоротали они там свое одиночество. Так, морда, на. Белка, на, грызите. Чтобы только машину не ели. Все, занимайтесь делами. Все, занимайтесь. Я пошел. Вам скучно не будет. Сейчас, километр 220 туда, километр 220 обратно. Плюс на лыжи, буреломы. И ёкарный бабай мне в руки. Флаг в руки, барабан на шею. И такое бывает. Так, где перчатки? Солнышко еще есть, еще время позволяет. Все, двигаю. Ну вот так вот, жизнь такая, жестянка. Сейчас до дачи дойду, потом все в сторону и напрямки к Злате. Вообще не бросает. Так, рюкзак все взял, все. О, какая шикарная. Солнышко еще есть, так что все отлично. Двигаем. Время, фонарик просто нет. Еще вернусь по лыжне потихонечку. Даже если потемну. Блин. Злата, ты мне обломала стол. Надеюсь, они там... Какое-нибудь холодному мясу-то я подъеду все равно. Но я не буду загадывать, потому что я не знаю, чем закончится мое сейчас путешествие к Злате. Как это все будет выглядеть и насколько мы можем застрять. Вот такие дела. Зато будем классно сидеть уже в тепле. Смотреть премьеру. Пить чай. Впереди еще плов с Мэри и с Куюрбаном. Тоже хорошо. Сейчас посмотрю, как мне лучше обогнуть дачи. Слева, наверное. Где куницу брали. Как ближе-то к ней. На старой дороги она. Вот так бы до нее дойти бы, вот так вот. Трык-трык. Трык-трык. Сейчас минут 15 туда. Минут 15 обратно. И поехали до дому, до хаты. А эти, да, эти пытались куда-то в дачи влезть. Здесь их не пускают. Ну, говорит, на СНТ. Там крыша поехала. С СНТ уходит на СНТ. Ух, ветрище какой. Вышел я на вырубку на одну. Тут у меня он на той стороне. По идее. Нет, у меня тут ничего. До Злата осталось 648 метров. Короче, полпути я прошел. Обгибаю дальше дачи. Иду на финишную прямую. Здесь такая вот красота, видите. Я так думаю, они ходили вот здесь вот. Те люди ходили вот сюда, на край дачи, наверное. Я не буду утверждать, конечно, почему они по той дорожке, вот по этой не пошли. Здесь намного по Снегокадовскому. Плюс лыжница здесь катается.
и встречал сегодня на дороге. Лисичка в старце. Слышу. Блин, она лает-то вон там. И судя вот так, то она вот так на солнце, Злата. Ну ладно, я посередине не пойду, попробую краем зайти в лес. Здесь хорошо проскатиться так. Главное не упасть. Ох, Юра молодость вспоминает. Ух ты, ёпт. Ну, слетел я с лыжни. Не попадаю я в ее лыжню. Нифига. Свалился, видите? Шел-шел, брык туда. В бок. Тем более наклон здесь идет. Была бы это накатана охотничьими. А то, ну, видите, боковое. Оп, так, надеюсь, что, ну, там до леса, там уже до Златы. Лает активно. Оп, видите, меня бог несет. Ну ладно, пойду здесь, по этой. Наклон почвы. Блин. Я раньше очень хорошо на лыжах гонял. На спортивных. Ой. Красотища. Кто бы вас еще так повыгуливал бы? Еще бы за этот кайф нам бы ютубчик бы начал опять бы хоть на жизнь выделять. Я с большим удовольствием творческим подходом хоть настроение какое-нибудь поднялось бы, занимался бы. Я и так, конечно, с настроением. Но хотелось бы большего. Не бесплатно. Сука. Вернить зарплату. Нормально. Так, это конец дачи. Теперь с другой стороны. Небо какое красивое. Так. Так. 629. Нормально. Идем правильным курсом. Кузьмич, два пальца левее Ленголь, или как там? Как там звезда? Горочка. Набор. Спуск. Все, пора меня на биатлон отправлять. Юрка готов. Ой, руки. Ветер такой, не представляете, руки обмерзают прям. Я хоть телефон и подзарядил чуть, поэтому съемка продолжается. А так я пришел, у меня было 45%. Посидел, до 80 догнал и опять пошел. Я из лесу вышел и снова зашел. Мне очень крупно повезло, что... По старой дороге сделали снегоход, прошел, сделали лыжню. Ну, то есть снегоход прошел уже давно. А вот он, мое поле, где они тогда все работали. Вот здесь вот у меня там отметка осина. Только на той стороне этой вырубки. А я покажу сейчас с другой стороны. Злата... Злата тоже возле осины. Она же была там. Она снялась, что ли? Нифига себе ты. 426.
Это будет интересно. Я почти до нее дошел, и она прекратила работать и пошла к машине, что ли. Зашибись. Да, она наверх. Она идет домой. Обратным ходом. Блин, Злата. Все, она снялась. Вот. Вот так вот. Разворот. Обратный ход. Блин. Прошел километр. И она снимается. Ну, может быть, надо было раньше идти. Ну, с куницы бы она не снялась бы. Это 100%. Ну, очень долго уж она белку-то работала. Красота-то какая. Ну, ладно. Она возвращается тем путем своим. Я пойду здесь. Мне повезло то, что снегоход прошел по старым лесным дорогам. И лыжник катается по ней. Лыжница. Вот, и это. Я как бы не по бурелому лезу. Видите, как я качусь. Златка чуть-чуть не доработала. Не дождалась меня. Я уже думал, сидел два с лишним часа. Думаю, должна. Не бросает. Ну, сколько ж можно-то? Она куда-то вообще не туда. Кварталку. Сейчас зайдет в лес, наверное. По такой же дороге фигачит, по лыжне. Блин, Злата. Вот я сейчас упаду, будет из-за тебя. Ну, поедем. До дачи вон, сейчас обогну их опять. И все. Блин. Не, куницу бы она не бросила. Если бы она позряще работала по кунице, загнала. Ну, белку, для белки тоже много. Вообще много. 2,5 часа работать по одной елке, пока не снимешь. Нифига себе вязкость поверху. Там эти охламоны косточки грызут, а мы, блядь, лыжными прогулками занимаемся. А то она и охота. Разные нюансы. Вот мне всегда говорят: Юр, во сколько ты будешь? Я говорю, я не знаю. Я не могу предсказать, во сколько я буду. Ну, примерно. Я говорю, не примерно не могу сказать. Я сейчас скажу в 6. А приеду в 12 ночи. И что вы мне скажете? Луна он наверху. Обманул? Потому что нельзя предсказать ни дорогу, ни охоту. Оно может быть и быстро. А может быть и затянуться и с ночевкой. Я вон закрытие охоты. Кто помнит, закрывали мы. С белкой ночевали. В инстаграме. Даже мама моя не спала. Меня тоже смотрела. В Пеньково мы были. Что, я думал, сейчас я всех собак возьму. Закрытие охоты, последний день. Все собаки под вечер вернулись, уже темнело. И мы спокойно ждем белки. Белка крутанулась. Оказалось, в Пеньково. Вот с этих мест. Вот, и что, я приехал-то утром, а хотел по-быстренькому, вечерком, и все, как все нормальные люди, приехать домой и быть дома, ночевать дома. А ночевал я в машине, наблюдал ее в навигатор. Вот так вот. Поэтому мне всегда люди, которые вот живут, которые у них по часам все расписано, и они у них все получается, это одно, а я вот никогда, у меня не получается. То есть... Если я еду на какие-то дела, допустим, да, я в дороге, там, блин, а во сколько будешь? Да не знаю я, во сколько я буду. Фиг его знает. Во сколько. Неизвестно. О, потому что в дороге может случиться
все что угодно. А гнобить Бога лучше не гнобить. Не надо быть предсказателем. Я понимаю, что в Ютубе много ясновидящих, предсказателей. Они все знают лучше меня, как я живу и как у меня будет. Даже порой хочется спросить, как у меня дела. Потому что они знают все наперед. Я говорю, услышали звон, они знают, где он. Хапанули верхушку и давай уже выводы делать. Ну что, что я могу сказать? Дурачок. Дурачин простофилен. Мозгов нет и не будет. Ой. Ну, Златка, а? Сказал хозяин. Ты, наверное, долго сидишь. Ванна где выходит, на изгибе. По накатанному. Ей еще тоже топать и топать. Она сейчас на изгиб, где мы в елочке заезжали, туда выйдет. На дорогу. А машина-то еще в другом месте стоит. Коза. Наработалась? Нагавкалась? Все? И меня подорвала. Сейчас бы был бы я возле машины. Вот чуть-чуть пораньше бы она снялась бы. Ну, тут не угадаешь. Я уж понадеялся, что все. Куница. Тихо. Юра, главное не падать. Телефон в руках. О! Сваливается, сложнее. Блин. Давай в свою вставай. Все, сваливается лыжи. Влево-право. Дачи. Вот живут люди. Прямо у зверей за пазухой. Ладно. Лирика, все. Я почесал. Пальцы отмерзают. Пойду. Потом включусь. Пачек дороги. Смотрите, какой. Если я правильно понимаю, Златка вообще интеллект. Это выше, даже лучше, чем человек. Смотрите, она вышла на дорогу, видите, красным. Вышла на дорогу, пошла по дороге. Ну, немножко спускалась. И смотрите, она сейчас снялась там снегоходовский след. Смотрите, как она идет к машине. Вы посмотрите, какой интеллект у собаки. Какой компас. То, что значит охотничьей породы. И сколько голова, сколько ума. Она идет напрямую на машину. Она не пошла по своему обратному следу. Она же пошла... Сейчас я удалю. Она же, смотрите, как пошла красным, видите? Вот она отсюда пошла, вышла на дорогу. И сейчас следом идет прям к вездеходу. А я вон треугольничек. Но она быстрее меня придет, хотя я ближе. Она сейчас через поле по снегоходовскому следу идет к машине, режет. То есть она знает, где находится машина. О, люди породу придумывали годами. Можно сказать, больше 100 лет породе. А какие-то придурочные, я их по-другому назвать не могу, начинает поганить породу. Посмотрите, как собака настоящая. Кровь, вот эта западно-сибирской лайки. До чего она умная, продуманная, охотница от Бога, да? Ну, как бы, да, сама порода. И начинает их скрещивать с волками. И хотят что-то еще лучше улучшить. Или это бизнес. Я говорю, это все бизнес. И что еще лучше, может быть, кроме вот это вот это лучше? Когда я вам по навигатору все показываю, я могу посмотреть, как собака действует, как она соображает. Кстати, хорошая вещь. В плане того, чтобы посмотреть, что твоя собака делает. И как она соображает, как она ориентируется. Возврат. И все такое. Теперь получается сейчас наоборот. Собаки ждут, пока хозяин вернется в лес. Зашибись, меня Злата подставила. Нормально, блин. Пешком пойду. Надоело. Такую породу мучить, это... Нет, чтобы... заниматься дальше, улучшать и дальше чистокровные породы. Блять, они пытаются уничтожить то, что люди вкладывали силы.
вкладывали силы, здоровье, умение, терпение и все такое. Посмотрите, как она пробежала по дороге, чтобы облегчить себе путь. Она по накатанному, по снегоходовскому вышла на дорогу. По дороге пробежала опять и прям напротив джипа, который стоит через поле. А она там не бегала сегодня. Она просто ориентируется. У собаки компас, у этих пород, от Бога просто. Люди отдыхают, как собака ориентируется. Она никогда тебя не потеряет. Блин, какая же все-таки красота. Понимаете, а какие-то ушлепки пытаются эту породу уничтожить. И еще и РКФ им дал разрешение, дал добро на эту породу. Вы что, дебилы? Для чего вы даете? Специально губить? Ой, я не понимаю. У меня нет слов, честно скажу. Я этих не понимаю. Для меня они вообще никто и зовут их никак. Я их презираю полностью за то, что они губят ЗСЛ. Вот и все. Как защитник за породу выступаю. Я противник этого всего. А всех их дворняк, полукровок, всех в утиль. Всех уничтожить. Выбраковку сделать. Полукровок решили продавать по 100 тысяч. Зашибись бизнес. Чистокровный, значит, не надо. А продают как лайк. Где логика? Ну, согласитесь со мной. Где логика? Нет, нет никакой логики. Я вам могу сказать одно. Чисто бабки. Решили просто в трудный кризисный момент жизни просто решили подняться. Заработать на лохах. Вот и все. Это мое мнение. Чисто мое мнение. Развод для дураков. Лохопедов у нас, лохов в России у нас хватает. Чего-чего? Ванилью пахнет. У них там любая играла. Ванильный запах сигарет. Или сигар, или что-то еще такое. О, я могу покуниться тогда работать. Вот, видите, какая фигня происходит. Мы добиваемся, улучшаем. Они одним бац. 100 тысяч щенок. Воланды. Херланды. Полукровок, полудворняжек хотят продать за большие бабки. Ну, у кого люди, голова работает, тот не поведется на эту фигню. Лучшие охотники. Такое говно. Он у меня, блин, сидит. Чезотрон. В каком-то колене что-то выскакивает. Где-то как-то, да? Какая-то кровь непонятная, чудная. И то он сколько возни. А с этими придурочными, где там почти напрямую. И нафиг они нужны, кусачие эти собаки. Одни проблемы с этими собаками. Хочется такую, которая уже собаченная, которая облюбленная, очеловеченная, которую ты знаешь изнутри. А эти эксперименты, они ни к чему хорошему не приведут и никому не нужны. Так что им это... Вот я высказался еще раз. Ну, просто я понимаю, почему я высказался. Ну, потому что я болею за... Мне жалко за ЗСЛ. Как саму породу западников жалко. Просто берут и портят. А продают как лайк. Название дали. Пока люлей не дали. Вот как найдутся какие-нибудь люди, какой-нибудь протест будет, может, от какого-нибудь собаководства или что-нибудь еще, сделают им отказ в этих дворняжках, и все, и будут они с ними копошиться и не знать. А потом они их всех уничтожат, и все. Лиха беда начала. Сколько веревочки не веси, кончик будет. Окунутся, отзывы потом получат. Кто-нибудь купит, кого-нибудь покусают, съедят кого-нибудь. Начнут им собак этих
полусобак, полуволков отдавать обратно и претензии предъявлять. Вот тогда посмотрим. Ладно, бог с ними, бог им судья. Пусть зарабатывает на лохах деньги. Златка проверяет наши следы. Белый, это я. Подумаешь, километр туда, километр сюда. Отсюда должна прийти коза эта. Злата! Твою ж дивизию! Где она есть-то? Где-то рядом. Навигатор показывает. Злата! Злата! Злата, девочка, ну... Ну ты меня загоняла, конечно. Я туда километр, ты бросила уже работать, а? Злат, ну ты чего? Мы с тобой почти одновременно пришли. И уж, поджал, стоит, смотрит, а? Ох, коза! Ох, коза! Молодец! Чё ты бросила-то? Я до тебя не дошел всего лишь 300 метров. Я уже 900 метров прошел и развернулся. А? Морда. Молодец. Все? Да, молодец. Сейчас. Сейчас. Сейчас, Златка. Пришла. Молодец. Все. Вместе пришли. Просто решила. Дай посмотрю клыки. Ой. Зацеп еще есть. Все, молодец. О, красотища-то какая. Лепота. Вот и сестра пришла. Молока принесла, блин. Давай сюда. Снимаю. Все, вы съели бублики, да? Ну как, не скучно было сидеть, Каюр? Ну что ты у него писун проверяешь? Ни с кем он не был, только с белкой. Подумаешь, может, пару раз. Один раз-то не это, можно. Тепленькие, хорошие. Высохли уже. Злат, пойди ко мне. Пойди ко мне, моя хорошая. Молодец. Вот ты дала дрозда. Ты меня чуть-чуть не дождалась. Чуть-чуть. Да. Молодец. Сейчас посмотрим, сколько вы набегали. Так, Златка. 10 километров, 630 метров. Каждый в своей мошеннике. Белкуня 8 860. Каюр 10 240. Ну вот, нормально. Что, попробуем доехать? Может, нам там шашлыку дадут? Я не буду тогда отключаться. Пойдем посмотрим, может, там меня ждут еще. А, да? А что, только 4? Ну? Да хватит. Да, конечно. Куда? Все рыбаки, что ли? Что, неудобно? А куда ты ходишь-то? А куда мне ее сунуть-то? Ну что, все, минус 3 на улице. Собачки поели косточек. Ой, я тоже поеду домой, меня дождались, перекусил. Холодновато стоять, и все, но сразу пакетик я собрал. От свиных ребрышек косточки. Сейчас это уедет тогда, не буду я ему светить. Вот, и это. Поедем мы домой. Всем спасибо за прогулку. Погуляли хорошо. Вот. Так что это. Почалили. Увидимся на каналах. Всем спасибо за хорошее общение. Всем пока-пока.